Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Так что не умничайте нахуй. Лучше не умничайте. Лучше не умничайте, блядь. Знаете, что, блядь? Вот знаете, что я могу делать? Могу так, знаете, так... Отхуярить! Отхуярить! Но, ебал! У меня вебка опять упала. Пусть голос меняет. Но вообще, в теории, я могу говорить, но не совсем своим голосом. Женщина, уйдите, пожалуйста, цветы нам не нужны. Все, уходим. Но я этого делать не буду. Ну, конечно, потому что он сам это сделает, если захотит. Захочет. Захотит! Захочет. Сука, блядь, захочет. По ударению русского языка вообще умеешь, нет? Жестин мемный. А еще он сказал то, что у него встал, когда он меня обнимал. Мне это не понравилось. Сейчас бочку поднесу, не стреляйте! Не стреляйте! Дайте мне только отойти немножко! Стреляйте! И я благодаря вам поеду на море первый раз в жизни, представляете? Вообще? Надеюсь, я не умру в туалете. Ой, в туалете, в туалете. А, да, она мне говорила, что она боится этих самолетов, ну летать боится. Ну, посмотрим. Опять. Что? Что смешного? Это рили пакет, пацаны. В смысле, а при чем? Что? Что? Есть! Пошел нахуй! Я люблю тебя! Скотовщик, да ведь пожить с тобой! Так я потерял тебя! Не знаю, не верну! Так что не парьтесь, 13 нормально. 13 это нормально. Нет, если 13... женщина смеется с 13-летнего хуя, то у нее абсолютно неправильное представление. А, 13... Ой, я думала лет. Извиняюсь. А... Да, я... Мне похуй, как бы. Я не знаю, как нормально, я вам не подскажу. Физиологии мужской и так далее. Скорее всего... Могу сказать, девушке, не уебывайтесь на пенисы, а то потом пенис сам на вас наебывается. Мой вам совет. У нее может быть мало опыта, или она просто тупая. Вы бы к этому относились, если бы мы... 13-летнего? А, да... А, 13 лет, так хуй или лет? Я оговорился, блядь, 13-летний. Так что? Не понял. Сука. Это Митик, по-моему. Он тоже подойти и расстегнуть. А кто это? Нет, а, это Таня. Почему мне хочется расстегнуть, а вам нет? Что за сраки, семерочка? Это Мидикс. Мне. Да нет, блядь, я не про девочку, не про Нелю. Боже мой, боже мой, боже мой! Я дала за интернет столько денег! Почему? Я не могу уже, мне правда плохо, я не знаю, блядь, уже что делать, я не знаю уже что делать! Я хочу переехать, нахуй, чтобы не лагал! Что мне делать? Я не могу! Я уже не могу! Меня уже заебало! У меня реально слезы! У меня реально, что вы понимали, слезы! Это пиздец, я не могу, когда это вижу! Какого хуя? Да? Заткнись, блять, уже. Мы не под солями, мы под перцами боевы. Мы с солью не знаем, что такое соль. Соль — это солевая комната. Она находится рядом с нашим домом. А мы сегодня под перцами, болгарскими перцами. Если тебе нравится, как нравится мне, приезжай, мы там дадим тебе болгарские перцы. Все будет хорошо. Что происходит? Давай. Фу! Кто передаст, блядь, который лежит? Да.
Ты вообще конченый, ебать! Жесть. Если что, скажу. Блять! Назад, полный назад! Полный назад! Отставить нахуй! Нет! На-на-на-на! Пушка есть, бля, пушка, какая? Это что-то новое, я забыл. А что это пушка? Залезь в пушку. Ой, а где сейчас полечу на пушку? Бомж ебаный, что опять у мамы денег попросил? Спасибо большое, Макс! Он даже ни слова не сказал. Спасибо тебе огромное, Максим. Он сказал просто удачного стрима, и все. Как это понимать? Спасибо большое, Максим Петренто. Слышишь меня? Я уже лечу. Я вообще жестко лечу, прям вообще. У-ху! Ты не лечишь. Я лечу вообще как бог. Бля, ГГ, это я, кстати, умер, ГГ, пиздец. Алло. Ой, меня лава не бьет. А, я потому что как фунтиком прям, да? Я еще в баге выиграю. Кстати, я давно не слышал ничего о читбане, он вообще живой? Ну, судя по всему, живой. Фортнайт. 9-10 мая. О, макатао. Мемно выглядит очень. Они, кажется, стали забывать, кто тут настоящий стример. I'm sorry, как, блядь. Собачка, ну, такая красивая. Блядь, ну не расстраивайся. Малыш, ну не расстраивайся. Очень красивая собака. Мне кажется, мне так тяжело следить, да? Малыш, ну ты чё? Ты расстроился? Пиздец, блядь. Хорошего мальчика довели. Очень милая собачка. Это не хатика. Это какая-то там японская лица. А водичку попробует? Спасибо большое, Кико. Кикаяка. Спасибо. Блин, круто. Меня постоянно спрашивают, Сергей, а когда не стрипит Валакас? Где находятся его подписчики? Сейчас покажу. Серег, удиви. Вот что они делают? Чем они занимаются, когда Валакас не стримит или Братишкин? Сейчас покажу. Ну, привет. Привет, да, ребят. Да, на самом деле смешно, но почему мне не смешно? Что? Когда Братишкин подрубит? Привет, пацаны. Куда, блядь, собрался? Еще не подрубил, нахуй, сиди, сейчас по плечу мне пойдешь шоркаться, блядь. Сейчас, смотрите. Ой, красивая. Разъеб! Блядь, как я обосрался, просто пиздец. Я думал, шар какой-то лопнул. Взрыв. Пацаны, я думала, шар какой-то лопнул. Пацаны, шар лопнул. Реально. Сука, Боря, блядь, теракт устроил, блядь. Тварь, ёбка. Спасибо большое, Силазик, спасибо. Я не могу, у меня жопа горит. Я не знаю, я сейчас думаю, как мне справиться со своей горящей задницей, потому что я уже не понимаю, блядь, как мне это фиксить, этот ебаный интернет. Я уже не знаю, просто я правда не хочу. Все, ребят, я АФК. Я просто АФК, блядь. Че, я в тильте. Че? О? А че у тебя в трусах? В смысле? А? Чего? Ну я не хочу, блядь, на чуваки, ну почему так лагает? Ну я же нихуя хуёвого не делаю. Бо, уйди. Да мне даже уже не смешно, блядь. Так, давай. Ему похуй, мне кажется. Просто отвернулась от меня.
меня потёрла. Я свинину не ем. Голова какой, сейчас тут сломаю, походу. Мне очень жарко стало. Как он так трясется, мне кажется, ему прям very трудно.